На самом-то деле у меня тоже готовится дис на Нелла, и он выйдет, скорее всего, в ближайшую неделю. Обижает тебе мозгу, это дружеский подкол. Ты прилетел сюда с донатов, что кидали мы втроем. Ну, на самом деле, так себе, если честно. Выезжаешь за счет друга, ой, прости, он же не друг. Он даже машину где-то нашел. Он либо просто шел по улице, такой думает: о, машина, я сейчас немножечко подсниму здесь. Я фантомер, как фантом, и я твой личный драматург. Хочешь кайфа, хочешь денег, были друзьями, но ты без денег. Хочешь славы, хочешь фейма, эд, продлится ровно неделю. Хочешь кайфа, хочешь денег, были друзьями, но ты без денег. Хочешь славы, хочешь фейма, эд, продлится ровно неделю. Ну, у него строчки на самом деле просто вот в основном повторяются, на повторе играют. И все, анимация мне вообще не нравится. Надо ошибись, это сделал. Что могу сказать вообще по самому треку? Трек мне не понравился. Опять же, это дис, а в дисе обычно всегда говорят что-то прям жесткое. Поэтому это просто, знаете, вот отдали просто вот недоделанную работу. И все. Нелл, ты лох.